Дворцовый мост перекинут через Большую Неву и расположен между Дворцовой площадью и стрелкой Васильевского острова. Длина моста 250 метров, ширина 27,7 метров. Состоит из 5 пролетов. Разведенный центральный двухкровой пролет Дворцового моста – один из символов города. Дворцовый мост в Санкт-Петербурге связывает центральный Адмиралтейский остров с Васильевским. Ближайшая станция метро – Адмиралтейская. Свое название Дворцовый мост получил от расположенного рядом Зимнего дворца. История Дворцового моста берет начало с плашкаутной переправы, появившейся в 1727 году. Первая переправа соединяла административные здания Сената и Синода с дворцом Меньшикова и называлась Исаакиевской. В честь одноименной Исаакиевской церкви знаменитый собор появится на ее месте позже. Исаакиевский плашкаутный мост имел в основе деревянные барки, использовавшиеся в сезон навигации. Зимой же передвижение производилось по льду. В 1853 году местное купечество обратилось к императору Николаю I с просьбой о переносе Исаакиевской наплавной переправы к Зимнему дворцу для удобного сообщения с учреждениями торгового порта, включая биржу на стрелке Васильевского острова. Император удовлетворил просьбу купцов. Исаакиевская переправа переехала на новое место к концу 1856 года. Ее 3 перевезенных плашкаута закрепили деревянными опорами и установили ограду. Переправу освещали 6-гранные фонари. В зимний период конструкция демонтировалась. В 1877 году на переправу был уложен конный рельсовый путь. В следующем году на мосту впервые в столице были испытаны фонари с электрическим освещением. Начавшееся в 1911-м строительство стационарного моста планировалось завершить за 2 года. Мост был готов лишь к концу 1916 года, причем в аскетичном варианте, без планировавшегося архитектурного декора. Настил был деревянным, а перила временными. Декоративное оформление появилось уже в советский период. С приходом новой власти в 1917 году мост был переименован в республиканский. В 1944 году возвращено историческое название. В 1939 году временная деревянная ограда моста была наконец заменена на чугунную. Она была украшена советской символикой – гербом, знаменами, пятиконечными звездами и колосьями. Развод моста ежедневно собирает большое число туристов на набережной и стрелке Васильевского острова. После закрытия навигации в ноябре развод пролетов в ночное время прекращается. Дворцовый мост входит в перечень объектов культурного наследия Российской Федерации.